Доброго денечка. Уже время за полдень, как говорят, поэтому именно денечка. И у нас продолжается теплая погода в сентябре. Поэтому гуляем и снимаю для вас вот это такое необычное осеннее вообще для Прибалтики состояние 24 градусов в конце сентября. Это что-то приятное, но настораживающее что-то с погодой происходит, с природой. Иду в сторону Агинскалского рынка. Хочу зайти в ряд любимых магазинчиков. Ну и вот по дороге покажу то, что вижу. Что вижу, о том и буду петь. Не ходила по этой улице, а здесь такие старые деревянные домики. Классные. Это улица Эрнестинес. Тут школа на углу с улицы Мелансила. Не знаю, какая, но хорошо отреставрированная, окрашенная и почти неузнаваемая для тех, кто здесь учился, наверное. Впереди шумная улица, попробую уйти через парк, там Лермонтовский парк, пройти через него, чтобы подальше от шума городского. Так, я уже в парке, это такой мини-парк, поэтому ничего особенного тут показывать как бы и нечего. Покажу вам вот этот дом. Где-то года два назад, наверное, здесь взорвался газ в квартире. И, как видите, до сих пор ничего не восстановили. И, наверное, уже не восстановят. Вот такой полуразрушенный дом. А во второй половине люди живут. Что просто удивительно. И это еще раз предупреждение о том, что будьте осторожны с газом. Это совсем не шутки. Так, ну а мы вот сейчас быстренько здесь пройдем. И я буду ближе к Агинскалскому рынку еще на полкилометра. А, как хорошо сегодня вообще, просто. Школьники уже все после занятий домой двигаются. Можно было вот подъехать на этих автобусах пару остановок. Ну, наверное, пройду пешком. Не буду лениться. Потому что сидела довольно много дома, нашла один интересный сериал, он мне понравился. Могу и вам его посоветовать. Называется «Майоры и магия». Про, ну, такой он с юмором. Он юмористический, детективный. Про одного майора из Москвы, которого отослали в маленький городок. И он там встретил интересную гадалку, ведьму. И вместе они расследуют дела. Самые различные. Такие приятные тихие улочки, булыжные мостовые, красивые дома прошлого столетия. Люблю гулять здесь, очень приятное место. Это один из самых красивых домов на этой улице с башенкой. Сегодня солнечный такой день, небо голубое. Поэтому надо выбирать ракурсы, откуда снимать, иначе солнце бьет прямо в глаза. Иду по теневой стороне улицы специально. Это улица Орманю. Что у телефона этого хорошее, так это стабилизация. А здесь у нас улица Талсу уходит дальше. Там тоже есть множество интересных зданий, но как-то по ней давно не ходила. И мне, собственно, надо вот сюда. Потому что я все время сворачиваю ближе к рынку. Именно там находится все то, что мне на сегодняшний день интересует, куда зайти. Теперь идем по улице Талсу. Так что сегодня у нас, очевидно, прогулка в основном. Ну и что-то там из магазинчиков покажу. Как
Как будто бы здесь много что и не менялось, кстати, на этой улице. Она как была, так и осталась, такая старенькая, и дома все остались. Ну, наверное, в нумерации путаница тоже иногда бывает какая-то. Так, нам надо завернуть сейчас направо. Там большая Максима построена, ее раньше не было, но теперь здесь проходной двор. Тут депозитный пункт, сдают бутылки. Сейчас стало намного чище, потому что стоит еще несколько старых зданий на этой улице, красивых. И нам туда. Так, сейчас нырнем в Киломакс, посмотрим, есть там что-нибудь интересное или нет. Красивые цветы. Сегодня цена 20 евро за килограмм. Почти не пустые вешалки висят, все подразобрали. Я даже не знаю, будет ли что-то примерить, показать или нет. Ну, потому что я сама не знаю, чего я хочу. В принципе, ничего мне не нужно. Просто гуляю вот так вот по магазинчикам. Любителям примерок сегодня облом. Ну, ничего там смотреть совершенно. И примерить тоже ничего. Ладно, идем в следующий магазинчик. Вот он, Генскалский рынок, и на нем есть магазинчик «Скандинавс», где разные, ну, типа секонд-хенд из Скандинавии. Пойдем посмотрим. Посмотрим, что там интересного. Из металла 4,50. Так давно здесь стоит, цена не меняется, 5,90. Свечник, наверное. Если бы не пепельница, было бы здорово. Я думала, это ракушка, но это из глины. Сделано красиво. Цены нет. А нет, есть. О, 7,90. Бесценная ракушка.
Какие кресла прямо из 12 стульев. Теперь идем в Хопан. Магазинчик тоже благотворительный, тоже, наверное, скорее всего, скандинавский. Ничего не заинтересовало, не купилась, поэтому просто гуляю дальше. Почти 5 вечера. Красивая погода. Наверное, подожду трамвайчика и отъеду немножко в более безлюдные места. В зеленом спокойном районе как-то хочется больше тишины. Люди приехали с работы, с трамвайчика идут домой, и мне тоже надо в магазинчик заскочить, кое-что прикупить, и потом, наверное, уже пойду домой. Хотя гулять и гулять, погода чудесная. Надо мной мост, поэтому такой шум трамвая.
хочется как-то передать вот это ощущение после рабочего дня, такой усталости легкой. Приятного вечера впереди за любимым сериалом. Не знаю, получается это или нет. Что это тут такое красивое, высокое? Какой-то красный алый кустарник цветет. Первый раз такое вижу. Интересно, что это у нас такое яркое. Просто огни какие-то. Смотрите, какая красота. Так, думаю, что же было знакомое в магазине? Вот тут, наверное, в том же стиле там была еще одна такая интересная тоже. Не знаю, как ее назвать, вазочка. Вот, точно, в этом же стиле сделана. Снаружи грубая такая, а потом очень эмали, все красиво. Я уже дома, сейчас разгружу кое-какие продукты и начну стыковать видео. Сегодня, может быть, ничего интересного для многих. Ну, такая вот небольшая, как бы, зарисовка моего четвергового вечера. Буду смотреть сейчас, продолжать сериал «Майор и магия». Очень легкий, развлекательный, такой, хоть и детективный, но тем не менее. Так что могу посоветовать, если кто хочет отвлечься от каких-то повседневных дел, забот. И красивые актеры, что еще немаловажно, главные. Все, на этом прощаюсь. Всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока.